Перед сборкой облицовки внимательно изучите спецификацию и сборочный чертеж. Стена, у которой собирается облицовка, должна соответствовать нормам пожарной безопасности и быть изготовлена из жаростойких материалов. При необходимости установите защитную стенку. Убедитесь, что угол между полом и стеной, у которой будет собираться облицовка, составляет 90 градусов. От стены отмерьте 1400 мм и начертите линии параллельно стенам. От стен отмерьте 1440 мм и начертите на стенах линии перпендикулярно полу. Начертите центральную линию, поделив угол пополам. Отмерьте от угла 800 мм по центральной линии и прочертите линию перпендикулярную центральной. Отмерьте от центральной линии в обе стороны 198 мм и начертите параллельные линии. Для установки топки используйте подставку для топки группы Мета. Подставка приобретается отдельно. Установите подставку для топки симметрично относительно центральной линии так, чтобы ее передние ножки находились на линии перпендикулярной центральной. Установите топку на подставку. При помощи регулировочных болтов установите высоту от пола до нижней поверхности топки приблизительно равной 400 мм. При сборке детали облицовки фиксируются при помощи мастики и специальной армирующей ленты, пропитанной в разведенном гипсе. Гипс и лента входят в состав монтажного набора. Монтажный набор не входит в состав облицовки, он приобретается отдельно. Для корректной сборки облицовки настоятельно рекомендуем собрать облицовку на сухую, без применения мастики и гипсовой ленты. Установите детали 13, 12, 11 и 10 так, чтобы края детали 13 совпадали с отметками на полу, а детали номер 12 плотно примыкали к деталям номер 13. Внутренние края детали номер 10 должны совпасть с линиями, параллельными центральной. Установите детали номер 21 так, чтобы они отстояли от детали номер 13 на 340 мм, а длинной стороной прилегали к стенам. Установите детали номер 22 на расстоянии 110 мм от детали номер 11. И 240 мм от стен. Установите детали номер 19, номер 7 и 8, так, чтобы они стыковались без зазоров и нависали над нижним рядом деталей приблизительно на 10 мм. Следите за совпадением рисунка фактуры на деталях в местах стыка. Установите детали номер 20 и 9. Убедитесь, что все детали установлены ровно и на одном уровне. При необходимости подкорректируйте их положение. Установите детали номер 17, 16, 15 и 14 так, чтобы они вплотную примыкали друг к другу. Внешние края детали номер 17 должны соответствовать отметкам на стене. Установите мраморные детали номер 6 и 18. При этом поверхность этих деталей должна лежать на одном уровне с поверхностью деталей 14, 15, 16 и 17. Уровень установки мраморных деталей можно будет отрегулировать позже путем изменения количества мастики. Убедитесь, что зазор между поверхностью детали 18 и нижней поверхностью топки составляет 1-2 мм. При необходимости отрегулируйте высоту установки топки. Установите детали номер 3, 4 и 5. Между деталями не должно быть зазоров, а детали 4 и 5 должны плотно прилегать к стене. Убедитесь, что зазор между деталью номер 3 и топкой составляет приблизительно 3 мм.
Убедитесь, что топка установлена за подлицо с деталями номер 3. При необходимости пододвиньте топку. Установите деталь номер 2 таким образом, чтобы зазор между фасадом топки и деталью 2 составлял не менее 15 мм. Установите деталь номер 1. Убедитесь, что облицовка собрана ровно. Разберите облицовку, кроме деталей нижнего яруса, и поставьте детали вокруг места сборки. Убедитесь, что детали нижнего яруса установлены ровно и на одном уровне. При необходимости подкорректируйте их положение, после чего склейте их с полом, стенами и между собой армирующей лентой. Установите детали номер 14, 15, 16 и 17 на мастику. При сборке следите за тем, чтобы излишки гипса и мастики не подтекали на лицевую часть облицовки. Детали номер 17 должны примыкать к стене под углом 90 градусов, и внешние края должны совпасть с линиями на стене. Детали номер 14, 15, 16 и 17 должны вплотную примыкать друг к другу. Установите мраморные детали номер 6 и 18 на мастику. При этом поверхность этих деталей должна лежать на одном уровне с поверхностью деталей 14, 15, 16 и 17. Уровень установки мраморных деталей отрегулируйте путем изменения количества мастики. Убедитесь, что зазор между поверхностью детали 18 и нижней поверхностью топки составляет 1-2 мм. При необходимости отрегулируйте высоту установки топки. Убедитесь, что детали установлены ровно и на одном уровне. Установите детали номер 3, 4 и 5 на мастику, так, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Детали 4 и 5 должны плотно прилегать к стене, а зазор между деталью номер 3 и топкой составляет приблизительно 3 мм. Убедитесь, что детали установлены ровно, после чего склейте их со стеной и между собой армирующей лентой. Установите деталь номер 2. Убедитесь, что зазор между фасадом топки и деталью 2 составляет не менее 15 мм. Стяните между собой крепежными проволоками вторую и четвертую детали. Установите деталь номер 1. Убедитесь, что деталь номер 1 установлена ровно, после чего склейте ее со стеной и деталью номер 2 армирующей лентой. Проклейте малярным скотчем детали облицовки с двух сторон от каждого шва. Затрите швы затиркой, входящей в комплект облицовки, предварительно разведя ее водой до удобной консистенции. Удалите скотч. Излишки протрите губкой. Ваш камин собран. Спасибо за покупку.